21 декабря 1954 года в Швейцарии скончался выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин. Похоронили его на маленьком кладбище в пригороде Цюриха Целиконе. Русская эмиграция откликнулась на это событие несколькими статьями в печати. На родине оно прошло незамеченным. В Советском Союзе даже упоминание имени профессора Ильина приравнивалось к антисоветскому выступлению. При Ленине Ивана Александровича выслали за границу, а все его труды были изъяты из библиотек и уничтожены. При Сталине за чтение и распространение его работ расстреливали. При Хрущеве и Брежневе сажали в тюрьму. Когда в 1993 году в России была впервые опубликована его книга «Наши задачи», многие с трудом верили, что она написана более 40 лет назад. Такой поразительной точностью отличались прогнозы философа относительно посткоммунистического будущего России. Вот что писал Иван Ильин еще в 1950 году. «Русский народ выйдет из революции нищим, ни богатого, ни зажиточного слоя, ни даже здорового хозяйственного крестьянина не будет вовсе. Будут городские и сельские жители, люди различных специальностей, различной подготовки, но все они будут бедны, переутомлены и ожесточены». И вот когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь», то откроются две возможности. Или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию к единству, или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос передвижений, погромов, отмщений, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия. Национальные обиды и племенные претензии будут разжигаться снаружи и иноземными врагами, и своими предателями, давно уже мечтающими ликвидировать Россию. Территория страны закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами. Державы всего мира, европейские, азиатские и американские, будут вкладывать свои деньги, свои торговые интересы и свои стратегические расчеты в нововозникшие малые государства. Россия станет мировым бродилом, в которое будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран. Агитаторы, разведчики, спекулянты и миссионеры, все уголовные, политические и конфессиональные авантюристы Вселенной. Если что-нибудь может нанести России после коммунизма новые тягчайшие удары, то это именно упорные попытки водворить в ней после тоталитарной тирании демократический строй. Ибо эта тирания успела подорвать в России все необходимые предпосылки демократии, без которых возможно только буйство черни, всеобщая подкупность и продажность. Народ, не научившийся чтить закон и добровольно соблюдать его за совесть, не будет уважать ни своего государственного устройства, ни им же самим изданных законов. Всяческое правонарушение окажется основной формой его жизни, и во всех делах его водворится черный рынок. Где законы не уважаются, там особенно и непрестанно попираются законы имущественные. Грани между моим и твоим, между моим и казенным утрачиваются. В жизнь внедряется всяческое воровство и мошенничество, продажность и взяточничество. Люди не стыдятся уголовщины, и народоправство становится своей собственной карикатурой. Удачливые выходят в новориши, многоденежные выскочки. Неудачливые создают готовый наемный кадр для крайних партий и разбойничьих банд. Годы, годы должны пройти до тех пор, пока русский человек опомнится, стряхнет с себя эти унизительные навыки и, встав во весь рост, найдет опять свой уклад, свое достоинство и свою независимую, талантливую сметку. Мы последние десятилетия живем с огромной болью за нашу Родину и ищем ответы
на все вопросы, которые возникают. И Ильин, как никакой другой философ, может дать на эти вопросы правильные ответы. Помочь нам в решении наших задач в нашей стране. В этом смысле он наш русский национальный мыслитель. Иван Александрович Ильин родился в Москве 28 марта 1883 года по старому стилю. По отцовской линии он происходил из русских дворян, а по материнской – из немецкого рыцарского рода. Дед будущего философа по отцу, Иван Иванович Ильин, был военным инженером и одним из строителей Большого Кремлевского дворца. Позже он стал его смотрителем и комендантом. В Кремле жила и вся семья деда. Здесь же родился и отец Ильина, крестным которого был император Александр II. Мать Каролина Луиза Швейкерт была лютеранкой по рождению. В 1880 году, выйдя замуж за губернского секретаря Александра Ивановича Ильина, она приняла православие и стала Екатериной Юльевной. Всего в семье Ильиных родилось пятеро сыновей. Иван был третьим ребенком. В 1901 году он закончил с золотой медалью первую московскую классическую гимназию и без экзаменов был принят на юридический факультет Императорского Московского университета. Его научный руководитель, известный правовед Павел Иванович Новгородцев, сразу же обратил внимание на блестящие способности юноши к наукам. По его инициативе Ильин остался в университете и в 26 лет уже стал приват-доцентом по кафедре энциклопедии права и истории философии. В 1910 году молодой ученый отправился в научную командировку за границу. 2 года провел он в старейших университетах Германии, Франции и Италии, где встречался с ведущими философами этих стран. По возвращении Иван Александрович преподавал на родном юридическом факультете и в других высших учебных заведениях Москвы. Переломным для Ильина, как и для большинства русских интеллигентов, стал 1917 год. Февральскую революцию он воспринял как временный беспорядок и одним из первых подверг критике политическую безответственность ее вождей. Ильин писал: «Либералы не предусмотрели, что крайняя или несвоевременно и неуместно предоставленная свобода ведет к разнузданию и порабощению. Они не предугадали, что человек, не созревший для свободы, может злоупотребить ею и продать ее за личный или классовый интерес. Либералы с ужасом поняли, что они готовились к идиллии, а настал разврат. Видели мы всю полноту власти в руках таких демократов. Эти люди рождены для рассуждений, дискуссий, резолюций, интриг, газетных статей и бегства. Это люди позы, а не воли. Люди пера, а не власти. Русские формальные демократы совсем не созданы для России. Им место в Дании, Голландии, Румынии. Их умственный горизонт совсем не подходящ для великой державы. Их трепет за чистоту своих сентиментально-свободолюбивых одежд противогосударствен. Их приверженность к отжившим схемам, их наивная уверенность в том, что народная масса состоит везде и всегда из прирожденных и благонамеренных демократов, все это делает их водительство в России чрезвычайно опасным и безнадежным». В октябре 1917 года, когда власть в стране захватили большевики, Ильин открыто встал в ряды борцов с незаконным режимом. Через 3 недели после переворота он выступил в газете «Русские ведомости» со статьей, посвященной памяти погибших юнкеров, в которой назвал большевиков темными похитителями власти, несущими России новые иго. В своих выступлениях и лекциях Ильин открыто критиковал коммунистический эксперимент как разрушительное безумие и величайшее бедствие в истории России. «Большевизм,
есть не что иное, как ничем не сдержанный и все сметающий дух безбожия, дух поругания святынь, дух зависти и мести, дух восстания низшего на высшее, дух отрицания и разложения, дух грабежа и террора. С самого начала большевизм разнуздывал людей, а коммунизм их порабощал. Программа Ленина с его призывом грабь награбленное, с его разлагательством религий, патриотизма, семьи и правосознания сводилась именно к этому – разнуздать, чтобы поработить. Из этого могло выйти и вышло неслыханное по своей гнусности государство, явление антиправовое, заменяющее порядок механизмом страха и насилия. Большевистское государство является единственным работодателем во всей стране. Всякая частная собственность отменяется, частных предприятий нет. Все оказываются абсолютно бедными и абсолютно зависимыми от монопольного работодателя. Нищета, голод и страх закрепляют рабство. И над всем этим возвышается новое привилегированное сословие – коммунистическая партия. Вооруженная, всем распоряжающаяся и пронизывающая страну всеобщим политическим сыском и доносительством. Ильин I ясно сделал различие между большевизмом как психологической установкой и большевизмом как социалистической теорией. Это разные измерения. По существу большевизм – это такая психологическая установка, которая имеет такие параметры. Это, во-первых, нравственная вседозволенность. Это нигилизм правовой. Это напролом, это грабь награбленная, это нахрапистость рвануть здесь и теперь. Вот от этой большевистской установки, от этого хулиганства в политике и превращения политики в уголовщину, нам нужно это изживать. Хватит нам ругать друг друга, нам нужно изживать. А другое дело социалистическая доктрина. Она последовательная, она систематическая. Пускай она конкурирует с другими идеями. Народ выберет. Опыт умудряет. В 1918 году органы ЧК под разными предлогами трижды арестовывали Ильина и проводили обыски в его квартире. Весной Ивана Александровича забрали прямо накануне защиты докторской диссертации. Тогда за него вступилась вся научная общественность Москвы. Студенты, младшие преподаватели, профессора предлагали себя в заложники. 19 мая ЧК вынуждена была временно освободить знаменитого узника. Защита диссертации по теме философии Гегеля как учение о конкретности Бога и человека прошла столь блестяще, что Ильину единогласно были присуждены сразу две степени – магистра и доктора государственных наук. До сих пор этот труд признается специалистами как лучший комментарий философии Гегеля. Между тем, главным делом своей жизни Ильин продолжал считать борьбу с незаконными поработителями России. Убийство большевиками последнего русского царя и его семьи он воспринял как личную трагедию. На вопрос, почему это стало возможным и в чем сакральный смысл этих событий, Ильин пытался ответить всю жизнь. Сегодня под Екатеринбургом, на месте заброшенных шахт, где уничтожались останки царской семьи, словно по волшебству вырос мужской монастырь в честь святых царственных страстотерпцев. За 5 лет его существования здесь уже построено 7 храмов. Сейчас каждый год сюда приезжают десятки тысяч паломников со всей России. Последний раз в день убийства императора Николая II и его семьи здесь собралось более 15 тысяч человек. Они прошли крестным ходом 20 километров от центра Екатеринбурга, где была расстреляна царская семья, к поклонному кресту на Ганиной яме. Он установлен возле шахты, где были обнаружены остатки кострищ,
на которых огнем и серной кислотой сжигали разрубленные тела царской четы, их детей и последних верных слуг. Сегодня на месте страшного преступления постоянно звучат слова покаянных молитв. Венценосче Николае, купе с мученическими лики, царицею, чадо и слугами, предстоящее у престола Христова, просвещение нам даруйте, озаряющее душ наших омрачение и нечувствие. Яко да восхвалим радостно вашу блаженную память. Сердце сильнейство статье, все молите Бога о нас. Вокруг шахты построена галерея-навес, по которой во время праздничных богослужений совершаются крестные ходы. В цикле работ под общим названием «Почему в России сокрушился монархический строй» Ильин писал: «Династия не стала бороться за свой трон. Трон пал, и никто тогда не поднял и не развернул упавшего знамени. Никто не встал под ним открыто, никто не встал за него публично. Когда созерцаешь эту живую трагедию нашей династии, то сердце останавливается, и говорить о ней становится трудно. Крушение монархии было крушением самой России. Священная основа национального бытия подверглась разложению, поруганию и злодейскому искоренению. Отпала тысячелетняя государственная форма, но водворилась не Российская республика, как о том мечтала революционная полуинтеллигенция левых партий, развернулось всероссийское бесчестие, предсказанное Достоевским, и оскудение духа. На этом духовном оскудении, на этом бесчестии и разложении вырос государственный анчар большевизма, пророчески предвиденный Пушкиным. Больное и противоестественное древо зла, рассылающее по ветру свой яд всему миру на гибель. В 17-м году русский народ впал в состояние черни, а история человечества показывает, что чернь всегда обуздывается деспотами и тиранами. Россия рухнула на наших глазах не потому, что русский человек был силен во зле и злобе, а потому, что он был слаб в добре. И в роковой час истории он не сумел извлечь из своего добродушия и утомления, из своей улыбчивой, песенной и ленивой души ту энергию воли, ту решимость поступка, то искусство организации, то умение сопротивляться злу силою, которых потребовал от него час испытаний. И вот в истории осуществилось невиданное и неслыханное. Злое меньшинство, захватив власть, поставило на колени добродушное большинство народа, с тем, чтобы переделать его, сломать ему моральный хребет, окончательно перемешать ему и его детям в душе понятия добра и зла, чести и бесчестия, права и бесправия, и принудить его голодом и страхом к безусловной покорности. За свои откровенные высказывания о большевиках и их режиме профессор Ильин еще несколько раз оказывался за решеткой. В общей сложности ЧК 6 раз выдавала ордер на его арест. В сентябре 1922 года он был арестован в последний раз и приговорен к принудительной высылке за границу. В постановлении коллегии ГПУ указывалось, что в случае самовольного возвращения на родину он будет немедленно расстрелян. Вслед за этим в ЦИК постановил лишить профессора Ильина всех гражданских прав и конфисковать все его личное имущество. ...26 сентября 1922 года Иван Александрович вместе с женой был отправлен в Германию на пароходе «Обербургомистр Хакен»
в составе первой группы высылаемых из России ученых, экономистов, врачей, литераторов и философов. В отечественной истории эта акция получила название «философского парохода». Тогда из России в принудительном порядке было депортировано около 200 крупнейших ученых и профессоров всех ведущих вузов Москвы и Петрограда. Германия с удовольствием приняла неожиданный подарок большевиков. Многие из высланных, в том числе и профессор Ильин, до революции учились или выступали с лекциями в крупнейших немецких университетах. Немецкие власти выделили значительные средства для обустройства русских изгнанников. Им была предоставлена возможность не только преподавать в германских вузах, но и создавать собственные научные центры. В Берлине Иван Александрович Ильин стал одним из создателей Русского научного института, который разместился в самом центре германской столицы в здании Бауэр-Академии. В феврале 1923 года он выступил на открытии института с лекцией «Проблемы современного правосознания» и в том же году стал деканом юридического факультета. В течение 11 лет профессор Ильин читал здесь курсы энциклопедии права, истории этических учений, введение в философию и эстетику. Здесь же, в Берлине, в конце 20-х годов Иван Александрович издавал журнал русской волевой идеи «Русский колокол». В стенах Русского научного института во время одного из выступлений Ильин произнес слова, которые стали своеобразным девизом его жизни в эмиграции. Эмиграции, которая растянулась более чем на 30 лет. «Где бы я ни был и что бы я ни делал, мое отечество всегда во мне, как духовная сущность моей души, меня самого. Невозможно лишить родины человека духовного, невозможно заставить его жить без нее. С нею разлучить его может только смерть, потому что, опять же, родина стоит того». Лекции Ильина о русской культуре, об основах правосознания, о религии и церкви, о революции и советском режиме пользовались невероятным успехом и собирали огромные аудитории в самых разных странах. С 1926 по 1938 год он более 200 раз выступал с научными докладами в различных городах Германии, Франции, Швейцарии, Чехословакии, Югославии, Австрии и Латвии. Блестяще владея иностранными языками, он читал свои лекции в зависимости от аудитории на русском, немецком или французском языках. В 1925 году в Берлине была опубликована его знаменитая книга «О сопротивлении злу силою». В ней Ильин доказывал, что даже верующий человек не только может, но и должен сопротивляться злу мечом и силою. В этот период выходят такие его работы, как «Творческая идея нашего будущего», «Основы борьбы за национальную Россию», «Мученичество церкви в России». Вскоре сама история подтвердила справедливость тезиса Ильина о том, что существует зло, которое просто необходимо пресекать силою в его зародыше. В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты. По словам одного из учеников Ивана Александровича, Ильин, ненавидевший большевизм и понимавший его природу, также безошибочно усмотрел и природу гитлеризма, едва тот начал входить в силу. В 1934 году за отказ следовать партийной программе национал-социалистов в преподавании он был уволен из института. Многое, против чего выступал Ильин, разоблачая левототалитарную диктатуру, было направлено и против нового режима в Германии. Например, его критика партийной психологии и партийной монополии неожиданно оказалась столь же болезненной для нацистов, как и для коммунистов. Ильин писал: «Установление партийной монополии никогда и нигде не приведет к добру. Лучшие люди отойдут в сторону, худшие повалят в партию валом. Ибо лучшие мыслят самостоятельно и свободно, а худшие готовы приспособиться ко всему, чтобы сделать карьеру. Партийность
дает человеку возможность, будучи ничем, попытаться стать многим, и даже очень многим. Невежды выходят в парламентарии, партийные билетчики – в советники и директора, ловчилы – в министры и капиталисты. Партийность как бы прямо создана для того, чтобы отбирать худших. Этот отбор партийных людей, согласных повторять без конца все глупости партийной догмы, само собой, разумеется, отталкивает людей высокого духовного качества. Люди первого сорта вообще очень редко вступают в партии. Такие люди не умеют и не хотят думать чужими мыслями. Их повышенное чувство ответственности внушает им прямое отвращение к партийной болтовне и особенно к партийным инсинуациям. И понятно, что чем глубже и ответственнее человек, тем труднее ему выдумать политическую программу. Тем более, что партийная программа есть догма, а политика есть жизнь и творчество. В 1938 году нацисты запретили Ильину выступать с публичными лекциями и арестовали все его брошюры. Гестапо стало угрожать ему отправкой в концлагерь. После этого философ решил бежать из Германии. Благодаря помощи верных друзей, летом 1938 года Ивану Александровичу и его жене удалось перебраться в Швейцарию. Второй раз за короткий срок, лишившись всего имущества и средств к существованию, им пришлось начинать жизнь с нуля. В Цюрихе Иван Александрович столкнулся с новыми неожиданными проблемами. Швейцарские власти отказали ему в виде на жительство из-за его бедности. Более того, они пригрозили опальному русскому профессору, что если он быстро не соберет нужную сумму денег, они вышлют его обратно в Германию, где ему грозил концлагерь. Спас Ильина от неминуемой смерти великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов, который внес в один из швейцарских банков необходимые 4000 франков залога. Но даже после этого Ильину было запрещено заниматься политической деятельностью и работать в Швейцарии. В течение еще целого ряда лет Ильин должен был еженедельно отмечаться в полицейском участке. В письме к своему другу, художнику Евгению Климову, Иван Александрович писал: «Вы себе не представляете, до какой степени мы здесь одиноки. Духовно никому до нас нет дела. Туземцы знают Эрос и связывают его с расчетом. Знают и благотворительность, и тоже связывают ее с честолюбием и расчетом. Но ни любви, ни дружбы не понимают и не испытывают. Да и до нашей страны, и до наших забот и усилий им все равно не было бы дела. Всего не расскажешь и не объяснишь. Но иноземцы – суть иноземцы». Несмотря на серьезные ограничения в правах и постоянную нужду, Ильин не прекращал работать. В Швейцарии он написал 215 знаменитых бюллетеней для единомышленников, которые его друзья рассылали во многие страны, где жили русские эмигранты. Это были политические статьи о государственном устройстве будущей России и борьбе за нее. Впоследствии они вошли в знаменитый двухтомник «Наши задачи». Чтобы добыть средства к существованию, Иван Александрович читал по-немецки лекции о русской культуре для небольшой аудитории местных жителей и его почитателей. Среди них оказалась и австрийская аристократка Шарлотта Баррис. Она была настолько потрясена и очарована лекциями Ивана Александровича, что предложила ему издавать его работы за свой счет. Кроме этого, она сняла для Ильиных квартиру и обеспечила их ежемесячным пособием в 500 франков. Благодаря этой неожиданной и бескорыстной помощи в свет вышли такие труды Ильина, как «Сущность и своеобразие русской культуры», «Взгляд вдаль», «Книга размышлений и упований», «Поющее сердце», «Книга тихих созерцаний». Все эти книги были написаны на немецком языке и только после его смерти переведены на русский. В июне 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Ильин мучительно переживал известие о стремительном продвижении немецких войск вглубь России.
Несмотря на сообщения об ошеломительных успехах вермахта на Востоке, Иван Александрович одним из первых предсказал неминуемое поражение гитлеровских полчищ в войне с Россией и русским народом. Будучи убежденным антикоммунистом, он, тем не менее, категорически осуждал всякое сотрудничество русских с Гитлером. Ильин писал: «Русские люди, прожившие хотя бы несколько лет в Германии между двумя мировыми войнами, видели и знали, что германцы не отказались от движения на восток и что они готовят новый поход на Россию. Русская эмиграция, жившая в других странах, не понимала этого или не хотела с этим считаться. Она предполагала рассуждать по опасной схеме: враг моего врага – мой союзник, и по наивности готова была сочувствовать Гитлеру. Надо надеяться, что ныне эти иллюзии сжиты. Цель Германии была совсем не в том, чтобы освободить мир от коммунистов, но в том, чтобы истребить русское население в захватываемых областях России и заселить их немцами. Чтобы расчленить остальную Россию и обеспечить повсюду марионеточные германофильские правительства. Это инстинктивная мечта нескольких германских поколений двинуться на восток и превратить Россию, по немецкому выражению, в историческую кучу навоза, не может и не должна считаться угасшей и ныне. Русские эмигранты, любящие Россию и верные ей, не имеют ни оснований, ни права ждать спасения от Запада. Ни от Пилсудского, ни от Гитлера, ни от Ватикана, ни от Эйзенхауэра, ни от мировой закулисы. У России нет в мире искренних доброжелателей. Русский народ может надеяться только на Бога и на себя. Русский народ может освободиться только сам». Однако, когда в 1945 году союзники начали насильно возвращать в Советский Союз русских, оказавшихся в Европе, Ильин с возмущением писал, что это значит добивать тех, кого не доконали немцы. Он лично помогал многим репатриантам избежать высылки и получить политическое убежище на Западе. В последние годы жизни, несмотря на болезни, философ продолжал работать над книгами, посвященными грядущей России. Тогда многие его пророчества казались невероятными даже его близким друзьям. Например, в период жесточайших гонений на церковь в Советском Союзе Ильин уверенно предсказывал будущее восстановление храмов и возрождение православной веры в России. Вот что он писал более 60 лет назад. «Ныне русский народ, оторванный террором от храмов и духовенства, измученный и униженный безбожниками, будет свободно и настойчиво искать путей к Богу, будет добиваться искренней, цельной и неколеблющейся веры. Из тюрьмы не возвращаются бесследно. Видевший ад обращается к Богу из последней глубины, из потрясенного сердца и трепещущего инстинкта. Это будет настоящая жажда Бога и всего божественного. Религия и храмы будут восстанавливаться с любовью и благоговением. Души обратятся к Богу. Это обращение будет осуществляться живым личным опытом. Возникнет обновленная вера. Она углубит и окрылит созерцающее воображение, чтобы сердце узрело Бога и все его лучи в мире. Такая вера пробудит волю. Воля станет характером, а характер поведет к поступкам. Так, верою в Бога, возродится русский национальный характер. Мы верим в Россию потому, что созерцаем ее в Боге и видим ее такую, какой она была на самом деле. Не имея этой опоры, она не подняла бы своей суровой судьбы». Россия, я думаю, что духовно гораздо крепче народ, чем какой-либо в Европе. Вы знаете, что в 27-м году, по случаю десятилетия Октябрьской революции, кто-то просил интервью у Черчилля. И Черчилль сказал тогда в этом интервью, что если бы Англии пришлось бы
вытерпеть хотя бы десятую часть того, что вытерпела Россия, уже Англии даже и в помине не было. Незадолго до смерти Ильин говорил: «Если мои книги нужны России, то Господь убережет их от гибели. А если они не нужны ни Богу, ни России, то они не нужны и мне самому, ибо я живу только для России». После кончины Ивана Александровича в декабре 1954 года его ученики сделали все, чтобы сохранить наследие великого философа для будущих русских читателей. Один из них, Николай Петрович Полторацкий, создавший архив Ильина в Мичиганском университете, до своей кончины оплачивал и место захоронения Ивана Александровича и его супруги на швейцарском кладбище в Целиконе. Впервые работа Ильина была опубликована на родине только через 36 лет после его смерти. Сегодня в России уже не только издано полное собрание сочинений философа в 26 томах, но появилось и первое высшее учебное заведение, носящее его имя. Это частный Уральский институт бизнеса в Екатеринбурге. Он был основан в 1990 году доктором экономических наук профессором Александром Максимовичем Меняйло. Здесь, впервые в нашей стране, в программу подготовки будущих специалистов в области экономики включен специальный курс лекций «Философия совершенства» Ивана Ильина. По мнению Меняйло и его единомышленников, одновременно с обучением наукам надо, как говорил Ильин, воспитывать в человеке свободную личность с достойным характером и предметной волей. Поэтому один из главных девизов института звучит так: только духовное преображение человека создаст предпосылки для экономического подъема страны. Я своим студентам говорю: какие у вас преимущества, когда вы будете конкурировать? Мне это слово «конкуренция» не нравится, когда подавление, но все равно вы будете конкурировать со сверстниками всего мира, и вы должны знать свои преимущества. Какие ваши преимущества? Вы родились в стране православной, вы родились в стране, в которой никогда не заходит солнце. Это огромная территория. Вы родились в стране, в которой наши предки организовали эту империю. Эта империя совершенно отличается от тех империй. Допустим, в Англии была империя. Но чем она отличалась? Она там возрастала ограблением колоний. Российская империя, она отличается тем, что, вовлекая народы, она не притесняла их культуру. И для России неважно было, это армянин или грузин или украинец. Тот и другой мог бы стать министром. Важно, самое главное, что он служил Отечеству. Ну, а русский язык – это величайшее преимущество. Вот смотрите, разве можно перевести на английский такое «помилуй меня, Боже»? Вот слово «помилуй» – это и «прости», это я не знаю как, но это вот надо чувствовать сердцем. 3 года назад институт начал строительство храма во имя Казанской иконы Божией Матери. На Урале это будет первая церковь, построенная при учебном заведении после 1917 года. А пока каждый понедельник в холле института совершается молебен перед иконой Казанской. Кроме этого, будущим менеджерам, банковским служащим и экономистам здесь читают курс лекций «Основы православной культуры». Начиная с 2003 года, по инициативе института в Екатеринбурге ежегодно проводятся научно-богословские чтения, посвященные творческому наследию Ивана Ильина. Все это, по словам преподавателей, делается для того, чтобы независимо от будущей профессии привить человеку любовь к истории, культуре и традициям своей страны. Ильин писал в одной из работ: «Кем бы я ни был, от министра до зубочиста, я служу России, не мамоне, и не просто начальству, не просто своей похоти, не просто своему работодателю, но именно России, ее спасению, ее возрождению, ее строительству, ее величию, ее совершенству, ее оправданию
перед лицом Божьим. Вот такова была гражданская молитва Ивана Александровича Ильина, которая актуальна очень для каждого из нас сегодня. Недавно в институте родилась еще одна традиция. Теперь учебный год для студентов и преподавателей начинается с торжественной службы в храме на Крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Этот храм был построен на месте дома инженера Ипатьева, прямо над подвалом, где в июле 1918 года была расстреляна семья последнего российского императора. По словам святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, пятно этого страшного беззакония до сих пор лежит на нашей совести. Смыть его можно только всеобщим покаянием. В знаменитой книге «Наши задачи», которая стала своеобразным политическим и гражданским завещанием Ивана Ильина, философ, обращаясь к будущим поколениям, писал: «После того, что произошло в России, мы, русские люди, должны честно, как перед лицом Божиим, исследовать наши слабости, наши раны, наши упущения, признать их и приступить к внутреннему очищению и исцелению. Мы не смеем предаваться церковным раздорам, партийным распрям, организационным интригам и личному честолюбию. России не нужны партийные трафареты, ей не нужно слепое западничество, ее не спасет славянофильское самодовольство. России нужны свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно укорененные творческие идеи. Созерцающая любовь должна быть вновь оправдана после эпохи ненависти и страха и вновь положена в основу обновляющейся русской культуры». Восемьдесят три года прошло с тех пор, как Иван Александрович Ильин и его супруга Наталья Николаевна были насильно выдворены из России. Их вынужденное изгнание закончилось 3 октября 2005 года. Благодаря усилиям многих людей и организаций останки Ильиных были перевезены из Швейцарии на родину. Вместе с ними в Москву вернулся прах одного из вождей Белой армии, генерала Деникина, и его супруги. К этому дню в России уже было опубликовано полное собрание сочинений Ивана Ильина в 26 томах. 3 октября на кладбище Донского монастыря появилось 4 новые могилы. 5 лет назад здесь же были перезахоронены останки одного из самых близких друзей Ильина, замечательного русского писателя Ивана Шмелева. Он, так же, как и опальный философ, скончался в эмиграции с единственной мечтой – хотя бы после смерти вернуться в Россию. В 1936 году Шмелев писал Ильину: «Где-то свидимся, если бы в Москве, что Господь даст». Кто бы мог подумать тогда, 70 лет назад, что эти слова окажутся пророческими. В этот же день патриарх Московский и всея Руси Алексий II осветил в Донском монастыре закладной камень будущей часовни в память о жертвах гражданских смут и братоубийственных расприй. Она будет посвящена и тем, кто погиб в Отечестве, и тем, кто скончался в рассеянии. «Ныне, подобно праотцу Иосифу, завещавшему вынести его кости из Египта, генерал Деникин и философ Ильин посмертно возвращаются на родину. Они верили, что настанет момент, когда наша страна, великая и свободная, сможет вновь
принять их. И вот по промыслу Божию этот день настал. Иван Александрович Ильин писал: «Мы должны видеть наш народ не только в его метущейся страстности, но и в его смиренной молитве, не только в его грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его подвигах». Символично, что прощание с двумя выдающимися сынами России и их супругами объединило в этот день под сводами одного храма духовенство двух русских православных церквей – Московского патриархата и Зарубежной церкви. Еще несколько лет назад такое даже представить было невозможно. На панихиде в главном монастырском соборе присутствовали родственники Ильина и Деникина. В течение недели такие же панихиды проходили в православных храмах Америки, Швейцарии и Франции, откуда останки и были перевезены на родину. До последнего вздоха утраченная Россия оставалась главным смыслом жизни Ивана Ильина. Как и большинство эмигрантов первой волны, он мучительно переживал свое вынужденное изгнание. Ильин писал: «Как тяжело утратить родину, и как невыносима мысль о том, что эта утрата, может быть, состоялась навсегда. Для меня навсегда, ибо я, может быть, умру в эмиграции. Нам задано обрести родину через утрату ее, увидеть ее подлинный прекрасный лик в разлуке, окрепнуть и закалиться в изгнании и подготовить свою волю и свое разумение к новому строительству нашей России». При жизни философ Ильин и генерал Деникин были разными людьми. В эмиграции они никогда не встречались. Генерал Антон Деникин, профессиональный военный, потерпев поражение в гражданской войне, ушел из России с оружием в руках. Философ Иван Ильин, ученый, профессор Московского университета, боролся с поработителями России словом и был выслан из страны против своей воли под угрозой расстрела. Но была у них и общая черта. Оба горячо верили в грядущее освобождение Отечества от тоталитарной тирании и его возрождение. В знаменитой книге «Наши задачи» философ писал: «Прежней России не будет. Будет новая Россия. По-прежнему Россия, но не прежняя рухнувшая, а новая, обновленная, для которой опасности не будут опасны и катастрофы не будут страшны. История свидетельствует о том, что на испытания и потрясения народы отвечают возвращением к своей духовной субстанции и новым расцветом своих сил. Так будет и с русским народом. Мы верим в это потому, что знаем русскую душу, видим путь, пройденный нашим народом, и, говоря о России, мысленно обращаемся к Божьему замыслу, положенному в основание русской истории».